Так и не съели. Какой сладкий. Света, иди попробуй. Я прям реально, знаешь, покушал так, Дагестан вспомнил. А у нас там, помнишь, и черный, и белый такой. Да, у нас прям в огороде рос. Внизу. Шелковица. Давай, попробуй. Ты пробовал? Ну, так. На. Давно, сладкая уже. Держи руки вон какие. Вкусная. Ян, ты пробовал? Сейчас тебе принесу. Надо собирать, а то птицы все съедят. Падают вон они. Сколько? Сейчас 16? Упал он, надо его помыть. Смотри, он спелый, прям на земле валяется, его надо есть. Да прям, не, знаешь, там сколько, я прям дотрагивался, он уже... Вот он уже впадает. Нет, конечно, там уже 96%, они уже... Ты сидел и провалился? А? Ну, вон она, лопнула. Она, наверное, сгнила ткань, видишь? Так сидел и прям бах, и он разъехался. Ну тут просто весовая категория не рассчитана. Посмотри, какая у тебя попка и какой стул. А у тебя на носу комар. Убери. А, все, улетел. Пойду детям ягоду дам. На, Ян, попробуй. Статеева. Бери побольше. На, побольше. Нравится? Бери. Половину Арсения. Вкусно? Да. На, Арсений, попробуй. На, все забирай твое. А, очень вкусно. Да. Не испачкайся, а то не отстирает. Хорошо. Машинка, вещи. У тебя еще пол бассейна, да? Больше. Угу. Собирай. Пойдем? Да, да, собирай, чтобы все чисто было. Спрятались от дождя, сидим в домике. Нам по кайфу. Светик. Наливай. За нас, красоток! Кайфуйте вместе с нами, шум дождя. Там никакого... Там ничего не бывает.
Обалденная погода. Живет-то в траву так. Хватит. А ну хватит. А ну успокойся. Я боюсь. Я боюсь. Хватит. Успокойся. Он за мной, я боюсь. Хватит. А может здесь Степан? Здоровый, да? Ой, смотри. Интересуется. Соня, смотри, какие собачки. Вот этот серый он интересуется. Подведи. Соня. Они понюхаются. Подойди, попробуй поближе. Вот, 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 иди. Не бойся. Не бойся, Саня. Хватит. Больше Сони в два раза. Ага. Вот таких надо. Да. Выращивать. Мамочка твоя, Нюша. Похоже. Нюша нашла свою мать. Хватит. Нюша! Хватит. Дядя Виталик, будет мне его скакать? Хватит. Ну чё ж ты? Пугаешь. Это не к добру, Вать. Не, я не буду. Я видел, как они плюются сильно. Там голова. Подержи-ка. Ему тоже, наверное, нравится, да? Нет, он осторожен. Мне кажется, если он какой-то был, ну, нападал там, то его бы в загон отвели. Ну, обними его. Хороший, хороший. Тут минное поле выходит. Минное от верблюда, да? Не, смотри, нет, избирательные, да? Цветочки любят сладкие. А что он пьет такие кустики? Вот, например. Сюда. Пойдем. Вот все он заценил. Он вот это любит. Красавчик. Будешь ромашки? Да, сейчас пожрёт у меня. На. На, не будет. Нормально, и все морозное. Только не плюйся. Видишь, пап, есть. Вот эти розовые фиолетовые, как там. Он любит разнообразие. Да, нет. Когда это лошадь, посмотри, ее везли сейчас куда-то. Пенсионеры. Привет, собачка. А если шишку верблюда да? Да, иди. Он плюнет. Плюнет в ответ. Привет! Я вернулась. Привет. Только еще куда-то нарисовать. Привет, кот. Пока я не сменяю. Я становлюсь. А, я же с тобой гоняю.
Ты за мной гонялась. Нет, я за тобой только что гонялась. Ты теперь за мной должен гоняться. Я за тобой. Ты за мной бебе. Я тут. А мне тут есть... Так, не трогай, не трогай. Я, давай. Да нет, тут на центре. А синий слез. Нет! Ты ё-моё! Вот на самом краешке, максимально. Машинкой пользоваться. Педаль отпускаешь и едешь. А нож как включать? Вверх-вниз. Ну там эта штука, палочка. Город заснул? Город засыпает. Просыпается доктор. О, песня какая! А где твой черный пистолет? А вы что, уже встали, что ли? Он уже не дышал. Оп! Красота! Наливай. Ну, ешьте. Проходи, Женька. Здесь лук был. Кому лучок? Я тебе там шашлычка уже положу. Витальевич. Ну, пахнет шашлыком. Все, все, все. С лучком я люблю. День города в Угольне. Сколько тебе лет? 13. Ах ты красавица наша. 13 исполнилось? Да. Так, можно... я проверю. Дети? Дети. Ренатусь, мы хотим в первую очередь поднять тост за твоих родителей. Они у тебя замечательные родители, самые лучшие. Ну, у вас у всех самые лучшие родители, они в числе этих родителей. И огромный низкий поклон за то, что они родили и подарили нам такую замечательную, которую мы любим, обожаем.
которая никогда нас не подведет. Я тебе об этом говорила. С днем рождения! Ура! С днем рождения! Ты моя золотая. Ангелина. Красотуля. И бабуля. Сегодня будет минус 5 пошел. А вот он. Он кает. Сочный. Ныряй. Просто прыгни, мне кажется, так будет лучше. Потихоньку будешь заходить, и это будет значение. Холодная. Ну, хорош. А, я закончила. Ты греться? Ты греться? Нет, я в душ. Сколько? Непонятно. Пытаюсь понять. А, ну, что, по-моему, вот, смотрите, по-моему, 16. Вот так вот клонишь его. Вот так вот закрываешь две дырочки, чтобы вода не утекала. А-а-а. И... Сейчас. Смотри, давай. Говори. Давай мне... Ой, ты что делаешь? Вот, и выглядит все лучше. Вода 16 градусов. Значит, я правильно сказала. Боже мой. Вы смелые. Ален, мне кажется, стоит выходить. Вода теплая. Я другого и не ожидал ответа. Я стою, мне ветерок обдувает, не так кофте холодно. Прохладненько. Да, прохладненько. Ой, ну прям 16, наверное, 17. Там 16. Да, я попробую. Подойди. Ух ты! Холодная? Холодная. Вот эта бабуля нырнула! Как водичка? Не надо. Чапан потом будем сушить 300 дней. Хулиганка! Разве так делается? Шампанского дай бабуле, шампанского. Нет! Слава Богу! Да. Бабуля, за именинницу на! За именинницу! На-на-на, я тут! Ренатка посвящается тебе! Ух! За тебя, мое солнышко! Вот это бабуля! Да, именинницы. Теперь мы все должны. Ну тогда уже все. Тогда все должны. Ныряем. Иди в душ. Раз, два, три.
Ой, и солнце вылезло. Валя тучи разогнала руками. О, рыбка. А что ж кто жарит? А, пусть горит. Супер. Он уже готов. Яна, а ты что? Да, здесь. Яна, идем. Быстро. Ты чего? Может, мне тоже прыгнуть? Конечно, давай тебя толкнем. Нет, ну сейчас я перейдем. Давай, быстро, быстро. Вот у тебя тетушка, а? Хулиган. Анжелиша, ты же говорил, нырнешь. Вообще. Привыкаешь тогда, да? Бомба, бомба. Правильно делает. Погодите. А ты трусы потеряешь? А вдруг? Нужно перестраховываться в таких случаях. Я думаю, что это 60 лет. Не замерз. Не надо меня. Да. Я сам. Пожалуйста, не толкай, я прыгну. Хорошо, только быстрее. Опа, она. О, умница. Ой, Валюша, молодец. Ян, Валя, Ян не хотел, глядя на тебя, говорит, человеку 60 лет, говорит, ну ладно, и я тоже. 61. Это, ой, не надо. Давай. Пошла жара. Пошла жара. Ух. Пошла жара. Давай. Ух. Молодец. О, уже смотри, не жарко, уже плавает. Вот именинница. Не, я плаваю посередине, а мы с Альбиной упадем. Не, я сбоку, можно? А, ладно. И как только я рыбка не умеет. Ты после нас. А ты куда? Ага. Я куда? Мы уплывем, потом. Давай. Раз. А чё? Нет, жарко. Если вы случите, не меняйте.
И мы купаемся. Сейчас жарко. Сейчас вот аж прям вот жар изнутри пошел. Вообще класс. Сейчас прям иголочками тело и... Ага. Вот где закалка, да? Ага. Спасибо. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения поздравляем! С днем рождения тебя! Ой, какая красота! Загадывай. Давай, 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 давай еще! Молодец! Откусывай! Ну, вот здесь! Надо откусывать! Это традиция! Мафия уезжает. Все. Каникулы закончились. Отпуск закончился. Пора в путь. Нюша. Домой. Давай. Все, машите, всем пока! Пока! Конечно! Все, счастливо! Напишите, как приедете! Валя вон машет вам, Валя! Пока!